Собрались на жестоком подносе. Посмотрите, цветы России собрались на жестком подносе. Венок красивый заплелись. И не страшны, и не осень, не зима. Букет цветов не вянет, и любоваться красотой их люди не устанут никогда. Скажите, какие цветочки изображены на жестоком подносе? Красный. А как он называется, красный? Посмотрите, как цветочек называется? Как цветочки называются? Розы. Здесь видите, васильки, незабудки. Цветы разные, и цвет у них разный.